Добрый день! С вами Сергей Возряков. Как вы знаете, мы запустили поддержку партнерских приложений на REST в нашем мобильном API для Bittrex 24. Это значит, что теперь вы сможете расширять стандартный функционал мобильного API, добавляя туда нужные вашим клиентам сценарии. Какие-то тиражные или частно-отраслевые интерфейсы, доработки, которые помогут вашим клиентам все время оставаться на связи с Bittrex 24 и решать рабочие задачи прямо с мобильных устройств. Здесь есть множество историй, которые можно было бы сделать. Автоматизировать работу курьеров доставки, выездных агентов, работающих с недвижимостью, специалистами страховых компаний, всяких мерчандайзеров и прочих людей со страшными названиями. Ну, представьте себе, компания занимается установкой окон и высылает клиенту оценщика-замерщика, который фиксирует не только размеры, но и фотографирует особенности квартиры, которые в дальнейшем повлияют на стоимость монтажа. Вот это он так сразу прям сохраняет в CRM. Сказка, просто сказка. Сегодня я расскажу и покажу на живом примере разработку приложения, которое будет работать по похожему сценарию. А именно, представим себе, что есть наш сотрудник, который работает в поле по конкретным сделкам, и мы хотим дать ему возможность прикрепить к сделке фотографию, сделанную на камеру телефона, прямо из нашего приложения. Давайте начнем. Показывать буду в рамках создания локального приложения, то есть доступного на конкретном портале, а не опубликованного в каталоге приложения 24. Технически разницы никакой нет, заморачиваться с публикацией сейчас не будем. Назовем, допустим, «Моя мобилка». Обратите внимание, обязательно ставим галочку «Поддерживать Bittrex Mobile». Именно эта галочка регулирует показ приложения в мобильном API. Если вы занимались разработкой приложений, то вы понимаете, что происходит. Я сформировал название приложения, указал, как будет называться пункт меню в Bittrex 24. Далее указал права на доступ к конкретным модулям Bittrex 24 из приложения. Нас интересует CRM, ну и на всякий случай давайте включим пользователя. Может быть, захотим фамилию, но что показывать. Больше нам ничего не нужно. Осталось только указать ссылку непосредственно на приложение, где оно у нас будет находиться. Указали URL, сохранили. Собственно, приложение уже у нас добавлено. Оно у нас даже вот здесь вот видно. Давайте его запустим, посмотрим, как оно выглядит пока в браузере. Естественно, у меня есть стандартная заготовочка. Посмотрим на код. Значит, что нам нужно, чтобы наше приложение нормально работало с мобильным апом Bittrex 24? Ну, самое главное, оно должно быть сделано в адаптивной верстке, и интерфейс должен быть заточен под то, чтобы он адекватно показывался и работал на планшете и в телефоне. Показ приложения на самом деле происходит в отдельном мобильном браузере. Вам отдается практически, ну не практически, а вам полностью отдается весь экран. Соответственно, разрабатывая свое приложение, вы должны учитывать это, что в отличие от десктопного варианта использования приложения, когда мы вокруг нашего приложения, располагаемого в iFrame, видим стандартные части интерфейса Bittrex 24, левое меню, верхнее меню, правая область для чата и мессенджера и так далее. Вот этого всего в случае запуска на мобильном устройстве не будет. Фактически все, что будет видеть пользователь, это целиком и полностью интерфейс вашего приложения без всяких менюшек. Менюшки все будут показываться по слайдерам, они изначально места никакого не занимают. Поэтому все, что вам нужно, это сделать нормальную адаптивную верстку. Ну, я лично предпочитаю для этого использовать фреймворк Bootstrap. Вы можете сделать что-то свое или взять аналогичный фреймворк. Что вам хочется. С этим, я думаю, никаких проблем не возникает. Во всяком случае, мобильной верстки я вас учить не буду. Я и сам ее делаю не очень хорошо. Основная задача, которая сейчас стоит перед нами, понять, как наше приложение может взаимодействовать с мобильным устройством. Именно эта тема почему-то вызывает множество вопросов. Всем почему-то кажется, что для того, чтобы приложение, написанное на REST, могло обращаться к аппаратным возможностям, должно быть какое-то специальное API, непосредственно обращающееся к платформе Bittrex Mobile. Так вот, коллеги, это не так. На самом деле, поскольку, как я уже сказал, ваше приложение запускается в отдельном инстансе мобильного браузера,
то по сути все, что вам нужно для того, чтобы работать с аппаратными возможностями, и вот эти возможности, которые дают вам HTML5, обращение к GPS, обращение к камере, можно по большому счету даже видео стримить через WebRTC. Все эти вещи, они у вас уже есть, вы никак не ограничены тем, что ваше приложение будет запускаться именно в рамках Bittrex MAB. Ну давайте для примера посмотрим, как мы можем получить координаты пользователя. А для этого есть стандартный браузерный объект, у которого есть свойство geolocation. Мы можем к ней обратиться и получить те самые координаты долготы и широты, где у нас пользователь находится. И это будет работать как в мобильном браузере, так и в обычном. Давайте вот нажмем на кнопочку. Браузер, естественно, спросит у пользователя разрешить или запретить обращение к геолокации. То же самое будет происходить на мобильном устройстве. Ну, чуть позже я это покажу вживую. В данном случае мы видим, что и долготу, и широту мы получили. То есть наше приложение, по сути, уже умеет дергать определенные аппаратные возможности. Но в данном случае только это не про мобильное устройство речь идет, а про десктопный браузер. Ну какая нам разница? Логика-то, в общем-то, одна и та же. Пойдем дальше. То есть вопрос, как дернуть, по большому счету, не стоит. Давайте вернемся к основной задаче. Вот возьмем даже мою расширенную заготовочку по этому поводу. Надеюсь, что мы ее сейчас сохраним, ничего у нас не произойдет. Upload произошел. Значит, что теперь у нас будет здесь происходить? Здесь, по сути, мы решаем полностью ту задачу показа сделок и возможность прикрепления фотографий к конкретной сделке. Ну, интерфейс со списком сделок, он работает очень просто. Человек выделяет ту сделку, с которой он сейчас будет работать, и, соответственно, фотографии, которые он будет прикреплять, в дальнейшем будет сохраняться именно в указанной текущей сделке. Как это работает? Начнем с простого. Получение списка сделок, привязанных к текущему пользователю. Здесь мы дергаем REST API на JavaScript, обращаясь к методу CRM DealList. Как вы, наверное, знаете, у нас есть JS-ная библиотека, которая является оберткой вокруг методов REST, что позволяет упрощать разработку приложений на статичном HTML и JavaScript. Это не единственный, конечно же, способ работы с REST API, и я покажу вам и серверный вариант в том числе. Но сейчас для простоты, вот чтобы просто показать, что этот интерфейс изначально формируется у нас в браузере, я решил воспользоваться JS. Дергаем метод CRM DealList, указываем единственный параметр «хочу посмотреть сделки конкретного пользователя». Я прописал его идентификатор в явном виде, хотя мы могли до этого воспользоваться методом UserCurrent и получить текущего пользователя, который работает с приложением в данный момент. Ну, для простоты, поскольку это никак на логику не влияет, привяжемся к конкретному. И говорю, дай мне сделочки, вытащив об этих сделочках три поля. Идентификатор, название сделки и сумму. Те самые волшебные, сколько у нас тут? 4 900 000 и еще две сделочки по 5, по 9 тысяч неизвестной валюты. Как только метод отработает, полученные данные попадают в обработчик в виде массива result data. Все, что нам нужно, это массив из трех колоночек, из трех ключей, в котором Bittrex24 возвращает нам полученные сделки. Дальше мы их в цикле выводим в виде интерфейса. Здесь я ограничил количество сделок 5, чтобы не больше 5 у нас попадало в интерфейс, потому что фактически у нас к текущему пользователю, вы сами понимаете, может быть привязано огромное количество сделок. И в этом смысле здесь есть еще один важный кусок, который я сейчас закомментировал, поскольку в нашем примере он не играет большой роли. Но это тот кусок, который позволяет работать с постраничной навигацией. Потому что на самом деле любой вызов метода REST API, который работает со списками, то есть, например, CRM DealList или CRM ContactList, получение списка задач, неважно, любой метод возвращает не более 50 записей за один присест. Иными словами, если вы понимаете, что сделок у вас больше,
Вам нужно этот же самый метод вызывать последовательно несколько раз, указывая дополнительный параметр start, ну, который является фактически номером пакета. Сначала он возвращается нулевой пакет, дальше там первый и так далее, и так далее. До тех пор, пока вы получаете весь результат работы списочного метода. Поскольку у нас речь идет про оболочку в виде JS, то есть вот такая прекрасная штука. Этого нету на REST серверном, но есть в JS библиотеке. Вам не нужно самому организовывать цикл вот этого последовательного опроса списочного метода. Вы один раз как бы вызвали этот самый метод, а дальше внутри обработчика получения результата спрашиваете, а еще есть? И если есть, говорите, дай следующее. На самом деле библиотека сама вызовет тот же самый REST с теми же самыми параметрами, добавит сама необходимый тот самый параметр start для того, чтобы получить следующую пачку результатов. И сама этот результат опять отдаст в этот же самый обработчик. Иными словами, код становится более читабельным. Вы один раз пишете обработчик, не заморачивайтесь с условиями проверки окончания и так далее, и так далее. Все очень просто. В одном обработчике как будто бы вы всю пачку разом получили. Хотя, конечно, не надо забывать, что если вы пытаетесь таким образом утащить вообще все, что есть в BitTrix24, ну просто большие массивы данных, может так оказаться, что в какой-то момент BitTrix24 не отработает очередную пачку и сообщит об ошибке из-за превышения нагрузки. Про это подробнее написано в документации по REST-у, с какой частотой, как часто и как много запросов к REST-у можно делать из одного приложения, чтобы не попасть вот под условия блокировки. Сейчас не будем на этом останавливаться, мы точно знаем, что больше 5 сделок мы не вытащим. Более того, на практике мы видим, что у нас их только 3. Все, что нам нужно для создания интерфейса, мы уже сделали. Вот такой простой запрос на REST. Далее мы переходим к вопросу сохранения фотографий. И здесь опять возникает вопрос, а как нам обратиться к аппаратным возможностям? Как нам получить доступ к камере мобильного телефона, например? Да очень просто. Как я уже говорил, это же HTML5. У нас есть форма, которая понадобится нам для сохранения фотографий через серверный скрипт. Мы же должны прикрепить файлик, сохранить его на сервере, а потом передать его в BitTrix24. А для того, чтобы обратиться к камере, мы всего лишь воспользуемся синтаксисом HTML5 для работы с камерой. Хотя для нас, как для разработчиков, это обычный input типа файл, который в конечном итоге примет на вход файл с картинкой. То, что фактически это будет картинка, полученная пользователем с камеры прямо в момент обращения к форме, ну и прекрасно, на нас это никак не влияет, на логику разработки по большому счету тоже. Это, конечно, простой вариант, он не единственный, можно сделать все то же самое, но сложнее. В данном случае я решил не усложнять, показать очень простой такой способ. Все, что нам нужно, это вот. Дальше обычная форма на самом деле, обычный submit. Три дополнительные поля, нужные для передачи авторизации в серверный скрипт. Сейчас я поясню, зачем это и для чего это делается. Итак, вот представим, у нас есть форма, которая при сабмите сохраняет файл на сервер. Но для красоты, чтобы это приятно было для пользователя, я хочу сделать этот сабмит на Аяксе, чтобы не было никакой перезагрузки страницы, чтобы мы оставались в рамках текущего интерфейса, а картиночку все-таки передали. И есть прекрасный скрипт. Сейчас я, где у меня ссылочка на него? Вот она. jQuery Form.js. Вы можете им воспользоваться, она отдается в исходниках, который умеет сабмитить форму на Аяксе. Для этого мы берем нашу форму и говорим, что теперь ты форма не просто, а аяксовая. И прописываем ряд дополнительных опций, необходимых для нормальной ее работы. Ну, например, обработчик before submit, который вызывается один раз до того, как форма в реальности будет отправлена в виде постзапроса на сервер. Обработчик success, который вызывается в случае, если обработка на сервере прошла нормально, и мы получили оттуда какой-то результат, чтобы показать его в интерфейсе. И обработчик, который вызывается при возникновении проблем. Если по каким-то причинам что-то там у нас не сработало,
Или на сервер, например, мы провели валидацию данных, и тоже она нам не понравилась, мы возвращаем ошибочку по этому поводу. Вот, собственно, и все. Три обработчика. Зачем они нам нужны? Ну, во-первых, нам очень важен обработчик before submit по той простой причине, что мы сейчас из нашего интерфейса будем дергать некий вообще неизвестный скрипт, который при всем при этом должен умудриться работать с REST API в Bittrex 24. А он может это делать только в том случае, если он знает авторизационный токен. А он его не знает. Мы его должны ему передать. Именно поэтому мы перед сохранением формы запоминаем в hidden полях, вот в этих специально подготовленных, имя текущего домена, то есть чтобы скрипт на сервере знал, к какому конкретно Bittrex 24 ему нужно обращаться, и авторизационный код. Авторизационный код мы берем из стандартной функции REST API getAuth, который фактически дает нам все параметры авторизации OAuth 2.0. Но нам в данном случае нужен только домен и access token, потому что мы не будем заниматься ни продлением авторизации, ни сверкой ее. Мы просто передадим и дернем буквально там один, может быть, два метода. Один, насколько я помню. Вот, собственно, и все. Мы подставили эту форму и отправили ее на сервер. Если все прошло нормально, то мы ту фотографию, которую мы на сервере сохранили, показываем в нашем интерфейсе пользователя. Если произошла ошибочка, ну окей, мы вводим сообщение об ошибке, на этом все заканчивается. Давайте посмотрим, что у нас происходит на сервере в нашем скрипте сохранения картинки. А если мы посмотрим на параметры формы, то мы вызываем upload.php. Вот он наш upload.php. Он исключительно простой, потому что фактически он занимается одной единственной двумя задачами. Он сохраняет картиночку на сервере, и он эту картиночку подставляет в сделку. Как это происходит? Ну, я думаю, те, кто работали на голом PHP и работали с сохранением файла, этот конкретно кусок кода комментировать им не нужно. По сути, мы получаем объект files из реквеста, проверяем, можем ли мы эти файлы как-то обработать. Если можем, мы их из временного каталога сохранения, потому что при загрузке все попадает во временный каталог на сервере. Мы их копируем, ну точнее переносим в тот каталог, в котором реально физически мы будем хранить эти картинки полученные. И сохраняем их в этом каталоге. Дальше наступает магия. У нас есть метод crm-deal-update, который, если вы посмотрите внимательно документацию, нужен для того, чтобы обновить существующую сделку. А сделка у нас существует, ведь мы действительно имеем дело с той сделкой, которую уже выбрал пользователь. У нас есть ее идентификатор, который мы передали через нашу веб-форму. Кстати говоря, забыл пояснить этот момент. У нас есть еще одно скрытое поле, которое называется B24Deal, в котором мы сохраняем идентификатор текущей сделки, выделенной в нашем интерфейсе пользователям, который сохраняется передается в форму специальным кодом в нашем обработчике. Вот обратите внимание, что у нас есть обработчик на клик, на вот эту вот самую сделочку, на элемент списка, который получает идентификатор сделки и сразу запихивает ее в скрытое поле нашей формы. Таким образом, идентификатор у нас приходит в посте, вот мы его вытащили, и можем им воспользоваться для вызова метода REST соответствующего. В самой сделке я завел пользовательское свойство, пользовательское поле, в котором мы будем хранить изображение. Ну, я думаю, все знают, как это делает. Если вдруг не знаете, показываю. У нас есть пользовательские поля. Давайте мы пойдем в настройки CRM. И вот есть у сделочки целый список полей. И последний из них, господи, где же я ее добавил? Фотография объекта. Вот я их добавил. Это поле типа файл. В данном случае оно не множественное. Мы будем сохранять только одну картинку. Но никто не мешает вам сделать все то же самое для целой фотогалереи. Пожалуйста. Собственно, поле мы добавили. Его идентификатор мы можем там же посмотреть в редакторе. Вот к нему я обращаюсь по его коду. И дальше начинается магия. Как нам подсунуть картиночку?
А именно для этого есть специальный синтаксис для передачи файлов в поля CRM. С ключом файл дата мы фактически должны сформировать массив с двумя значениями. Первое значение – это название файла с картинкой. Если мы его не зададим, то CRM такое название сформирует сама, и это будет, конечно же, нечитабельный какой-то идентификатор. Мы можем указать здесь то самое название файла, который нам фактически передал пользователь при сохранении своей фотографии. И второе значение – это наша картиночка в виде строки, кодированная в Base64. Вот именно в этих двух строчках происходит сия магия. Мы берем содержимое сохраненной нашей картинки, превращаем ее в Base64, получаем строку, и эту строку подставляем в REST. Все! Все, что нам нужно для того, чтобы картиночку прицепить к сделке. Давайте отдельно посмотрим, что такое REST Command для тех из вас, кто не работает с REST на PHP. На самом деле этот вопрос я уже рассматривал на последнем докладе партнерской конференции. Вы там можете найти примеры того же самого. Но суть, в общем-то, работы с REST сводится к очень простой вещи. Все, что вам нужно сделать, вам нужно выполнить HTTP-запрос по конкретному адресу, обращаясь к нужному вам методу REST, подсовывая нужные этому методу параметры. URL очень простой. Вот тот самый адрес конкретного портала Bittrex24, который мы передали из нашего интерфейса. Дальше мы обращаемся к подразделу REST и указываем конкретный метод REST API, который нам нужен. А какой нам нужен? А нам нужен CRM Deal Update. Вот и вся магия. Мы сформировали полностью этот URL. Он очень конкретный. Ничего страшного и непонятного здесь нет. Дальше мы к этому методу прикрепляем нужные нам параметры. А что является у нас параметрами? В данном случае у нас параметрами является ID и значение полей, поскольку речь идет про конкретный метод CRM Deal Update. У другого метода будут другие параметры, вы их можете посмотреть в документации. И добавляем к этим параметрам еще один параметр, который называется auth. И в него подставляем код авторизации, нужный для выполнения текущего REST-запроса. А код авторизации мы получили снаружи и подставили его в форму. Access токен. Тот самый access токен, необходимый для работы авторизации по протоколу AUTH 2.0. Поскольку здесь мы его не генерируем, не получаем, нам уже этот access токен дали снаружи, дало наше приложение из интерфейса Bittrex 24. Мы его просто подставляем в этот URL. И дальше дергаем наш сформированный HTTP-запрос, HTTPS, если уж быть совсем точным. Получаем результат в виде JSON-массива, декодируем его и, собственно, отдаем в качестве результата работы нашей функции. Вот, собственно, и все. То есть результатом работы вот этой функции будет массив, который мы получили от Bittrex 24, с результатом работы текущего метода. Поскольку в данном случае речь идет про метод CRM Deal Update, то все, что нам нужно знать, нормально отработал метод или нет. Получили мы result true или result false. Иными словами, ошибку. Мы анализируем возврат, полученный после вызова REST. И если все прошло нормально, подставляем в результат URL картинки нашей сохраненной. Все, что нам нужно для того, чтобы показать эту картинку в интерфейсе. Вот, собственно, и вся работа нашей серверной части нашего могучего приложения, показываемого в REST. Давайте посмотрим, как это будет работать сначала в десктоп-версии, а потом на мобильном устройстве. Выделяем сделочку, выбираем файл с картиночкой. К камере обращаться на десктоп-версии не будем. Видим, что картиночка у нас вроде бы прикрепилась. Давайте посмотрим, так ли это. Найдем нашу сделку. Она у нас идет с идентификатором 4. И смотрим, что же у нас здесь есть про нашу самую сделочку. А вот, мы даже уже видим, что фотография прикрепилась. Она и правильно сохранилась и распозналась как изображение. Интерфейс Bittrex 24 ее подхватил и нам в виде картиночки показывает.
Давайте посмотрим, как наше приложение будет себя вести, находясь в мобильном аппе. Я постараюсь показать на камеру, как это выглядит. Вот мы видим наш мобильный Bittrex24. Все приложения, которые отмечены как совместимы с Bittrex Mobile и установлены на текущем портале, будут попадать в левое меню. Вот мы видим здесь наше приложение «Моя мобилка». Давайте его откроем. Как вы видите, он действительно открывается на отдельной странице, занимая целиком практически все пространство телефона, ну, за исключением заголовка приложения. Видим, что адаптивная верстка сработала нормально. Она адаптировалась к нашему мобильному устройству. Давайте сделаем все то же самое. Выделим четвертую сделочку и прикрепим к ней фотографию, сфотографированную при помощи камеры. Вот нам предлагают, собственно, выбрать фотографию либо из готовых изображений, либо действительно сделать снимок прямо сейчас. Мы его сделаем. Сфотографируем наш чудо-экранчик. Вот мы получили снимочек. Говорим «Использовать фото». Оно прикрепляется к нашему инпуту. И остается только отправить его на сервер. Прямо сейчас оно туда у нас пошло, это изображение. Если все пройдет нормально, оно должно пройти нормально, то оно прогрузится в интерфейс. Собственно, мы видим снимок с камеры. И фактически для нас это означает, что к сделке фотография уже прикрепилась. Давайте посмотрим, как это выглядит на экране. Вот наша четвертая сделка. Обновим ее и посмотрим, что же у нас попало в изображение. А вот что попало в изображение. Та самая фотография, прикрепленная прямо с камеры через наше приложение, запущенная в контексте мобильного аппа Bittrex24. Вот, собственно, и все. Как видите, ничего сложного при разработке приложений для мобильного аппа нет. Вы можете спокойно работать с аппаратными возможностями, вы можете прекрасно обращаться к любым методам REST API, как через интерфейс, через JavaScript, так и через части приложения, которые будут работать на вашем сервере, с любой, сколь угодно сложной логикой, необходимой для реализации конкретных пользовательских сценариев. Спасибо, коллеги, за то, что потратили свое время и послушали этот скринкаст. Жду вас на следующих вебинарах, будем сообщать о них заранее. Присылайте вопросы, присылайте темы, которые вам хотелось бы, чтобы мы осветили. Я постараюсь либо обратиться к помощи коллег, либо сам показать и рассказать вам те или иные аспекты разработки приложений. Ну и кроме того, обещаю, что у нас будут интересные темы, и бизнесовые в том числе, связанные с как с приложениями 24 для Bittrex24, так и с маркетплейсом для Bittrex управления сайтом. Следите за нашими анонсами. Будем всех рады видеть. Спасибо, коллеги. Счастливо.